Привет всем, дорогая высота. Хотел бы ответить на несколько вопросов насчет высоты. Занялся я своим творчеством с подачей папы. Он очень любил трех теноров и посоветовал мне посмотреть трех теноров в 1998 году. Как раз я по случаю 18-летия получил подарок, видеомагнитофон. Я мог записать концерт трех теноров, и он просил, говорит, запиши. Я говорю, да не, академические певцы, еще тенора. Фу, я не хочу это слушать и записывать. И потом, как послушал Карреро, Доминго, Паваротти, я был потрясен. Это лучше Сташевского и Маликова, всех моих кумиров, лучше Преснякова. Вот. Я увлекся вокалом и захотел стать великим тенором. У меня был умеренный тенор, маленький, сейчас я развил его до колоратурного сопрано, могу ноты колоратурного сопрано брать. С этого и началась моя творческая жизнь. А в клубе «Высота» я узнал от сестры. Я... Было такое время, что не знал, куда себя деть. Как-то с одним проектом не получалось, с другим. Я говорю, Люба, пушу его, что мне делать? Куда мне податься? И Люба говорит, есть такой классный клуб песни «Высота». Подайся туда. Я позвонил по мессенджеру ВКонтакте, связался, и вот у нас получилось так. Хорошие отношения, много прекрасных выступлений, моментов, минут, часов. И наконец я вступил в клуб «Высота». Что хочу пожелать всем, кто не вступил в клуб «Высота»: любите друг друга. Желаю вам бесконечного счастья, бесконечной любви. Любите друг друга. Это я вам говорю как член клуба «Высота». Любите друг друга и будьте на высоте, вне зависимости от того, в клубе «Высота» вы или нет. Пускай «Высота» у вас будет всегда с вами. И, конечно, вступайте в клуб «Высота».